Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители. С вами снова Скувер. А значит, это 10-я часть моего прохождения Гран-туризма с первой PlayStation. Ну, для начала хочу извиниться за небольшие накладки в шестой и восьмой частях, также девятой части моего видео. Там мне в некоторых местах пришлось совсем убрать звук, потому что YouTube накладывал ограничения на мои видео из-за того, что ругался на внутриигровую музыку. Это темы Эш, Луз Контрол и пару тем Фидера. В общем, я так понял, он ругался именно на те темы, где был голос, то есть был вокал. Потому что на другие темы не заметил, чтобы YouTube ругался. Вот, и как раз в тех местах мне пришлось звук полностью убирать. Жаль, что нельзя в этой части, в первой части Гран-туризма, убрать какие-то нежелательные темы. То есть здесь либо песня будет играть во время гонки, либо нужно отключать звук совсем. По этой причине я, начиная с этой части, с этой серии, отключил полностью музыку в игре. Дабы больше не было таких проблем. Наверное, с этим все. Так, ну давайте немножко вспомним, что было в предыдущей серии. Значит, мы закончили серию чемпионатов, вот этих вот противостояния стран. И вот, и в этой серии мы одолеем чемпионаты. Ну, я думаю, по одному все-таки будем, наверное, проходить. Посмотрим, может быть, два. Вот передний приводный, начнем с него, потом возьмем полноприводный и малолитражки. Я немножко покумекал, подумал, какие машины можно было бы на эти чемпионаты использовать. Будем покупать разные машины. Денег, благо, мы заработали в предыдущих чемпионатах. Использовать те машины, которые у нас уже есть, мы не будем, потому что они, мощные, и будет не очень интересно. Да и так будет возможность показать немного больше машин, которые есть в игре. Так, для чемпионата переднеприводных машин, наверное, мы с вами возьмем FTO, машинку FTO. Мицубяшечку. Так, ага, подержанных ее нету. Очень неплохая машина, резвая. Для своего класса мощная. Хорошо управляется. Так, по-моему, вот это. Именно вот GP Virgin. Так, да, вот 197 лошадей. Она легкая. Легка в управлении, податливая. Так, вот еще тут фишка такая, что на новые машины тут можно цвет выбирать. А подержанные они только в одной конфигурации продаются. Так, красный, белый, черный. Ну, в детстве я любил красный цвет, но сейчас что-то как-то он мне не по душе. Так что давайте, наверное, возьмем черный. Такой черный лак. Вот он. Pyrenees Black называется, очень пафосно. Так, ну что, покупаем. Так, вот мы ее приобрели. И думаю, мы немножечко ее сейчас прокачаем. Потому что в тех чемпионатах машины уже ездят не стоковые. Думаю, возьмем мы с вами гоночную подвеску, поставим на нее, дабы она управлялась хорошо. Хотя я говорю, в управлении она и так очень податливо. Так, возьмем стабилизаторы, поставим. Так, вот она у нас уже присела на гоночных наших амортизаторах. Так, наверное, тормоза возьмем комплект спортивных. Так, и резину сейчас поставим на нее. Наверное, гоночную.
Да хотя бы гоночную жесткую, и то вполне уже будет достаточно. Но на мягкой, конечно, она бы еще лучше управлялась, но нам достаточно будет и такой. И, наверное, немножко на мощность. Сейчас мы ее добавим ей мощностей. Так, 216 уже. Угу. Так, турбины на нее, насколько я помню, нету. Да. Так, что еще можно? Двигатели что-нибудь. Так. Ага. Так, так, так. Ну и, наверное, я думаю, хватит нам уже. Так. Ой, нет. Еще, наверное, немножко облегчим ее. Первую стадию возьмем. Так, ну и все. Наш болид готов, в принципе. Ну что, поедем. Let's kick some asses. Как говорил Дюк Нюкем. Так, давайте посмотрим. Что у нас тут за трассы? Так, Deep Forest в обратку, Grand Valley маленький. Ох, и R11. Угу. Ну, прекрасно. Ладно, стартуем. Стартуем. Да, без музыки, конечно, немножко не та атмосфера, но я еще раз повторюсь, здесь плохо то, что нельзя, вот как в последующих частях, по-моему, начиная с четвертой части они ввели, ну, может быть, и в третью я не играл, они ввели возможность выбирать треки, ну, музыку, которая будет играть внутри игры. Так, ну, в принципе, ну, нормально, мы вписываемся. По мощностям, по весу не выделяемся особо на их фоне. Это хорошо. Мне не нравится, когда перевес на нашей стороне. Интерес тогда теряется. Вот, если по мощности мы там или намного легче. А так мы как раз в правило вписываемся. Так, ну что, стартуем, смотрим, как мы будем на их фоне выглядеть. Так, что у нас тут с RX, это мы обошли. Ой, так, не забыть, первый-то поворот сейчас будет вправо, это у нас в обратку. Угу. Да, я еще целую неделю не записывал видео, был занят. Тут и огородные дела были, и там друзья меня просили как раз что-то как напасть на них, как эпидемия. Все что-то надумали переезжать срочно. Ну а так как у меня есть грузовик, то, естественно, я первым делом меня просят помогать в этом деле. Ну и вот мы переезжали сразу аж с двумя друзьями на новое место жительства. Вот, поэтому как-то времени не было заниматься видео. Вот, целую неделю. Ну ничего, сейчас вроде время появилось. Я думаю, сейчас я запишу сразу несколько видео, несколько серий. Ну и в течение там пару дней я их обработаю и выложу на свой канал. Так что будьте где-нибудь поблизости, будьте рядом. Так, а ну-ка не сопротивляйся, это там примерка. Ага, опа, еще и пихается, а? Наглая какая. Ага, тут еще и CRX вышел вперед. Ну да. Ребятки. Так, это что у нас? Мираж, по-моему. А нет, это Левин. Так, а вот лидирует-то как раз ФТОха. Практически такая же, как у нас.
Так что да, в этом чемпионате они на первых ролях. Ну, машинка вообще, надо сказать, очень интересная. У нас уже есть... Ай-яй-яй, ну вот, в последнем повороте вылетел. Так, ну, тебя-то я не пропущу. Так что не старайся. Ага, ага, ага. Есть. Ну, хоть второе место. Ну, надо будет поднажать, конечно, на оставшихся двух трассах. ФТОшка-то нас уделала. А, абсолютно одинаковые. Ну, тогда это тоже наш напарничек по команде, и он нас благополучно уделал. Ну, ничего. У нас еще впереди две трассы. И будет возможность отыграться. Так. В этой связи как раз немножко хотел рассказать о своих впечатлениях и эмоциях тут о на прошлой неделе прошедшем Гран-при Бельгии. То есть тут у нас был месячный перерыв в чемпионате мира Формулы-1. Ну, как вы, наверное, поняли, уже я плотничком за этим делом слежу, сижу на этом деле, на этом наркотике. Вот, и, в общем, противоречивый был Гран-при Бельгии, много шуму наделал, вот прошла неделя уже, а страсти в интернете все никак не утихают. Было, в общем, столкновение между двумя борющимися, сражающимися за титул Хэмилтоном и Росбергом. Ну, многие, наверное, для многих это не было сюрпризом. То есть, в принципе, это было ожидаемо, когда два человека борются, тем более напарника по команде, это, в принципе, встречается довольно часто. Поэтому, ну, я, например, думаю, что немножко все переоценено, слишком много поднято шума. На самом деле, мне кажется, инцидент там был не настолько коварный со стороны Росберга, что вот он специально выбил Хэмилтона с таким холодным расчетом. Мне кажется, это был просто такой маневр с его стороны, такой неуклюжий, что ли. Вот, и просто зря, мне кажется, он сразу это не признал, а начал что-то там выдумывать, что вот, я там что-то этим маневром пытался доказать. Ну и, естественно, народ в интернете-то любит пообсасывать все такие вот скользкие ситуации. Ну, естественно, сразу поднялся кипиш. Кто-то, естественно, на стороне Росберга, кто-то, большинство, по-моему, на стороне Хэмилтона, что вот, бедного несчастного выбили. На самом деле, там часть вины и на Хэмилтоне есть, что он его все-таки немножко снесло. Вот, ну, в общем, моя точка зрения такова, что по большей части это был просто гоночный инцидент. Да, Росберг, конечно, больше виноват в этом, но злого умысла там точно не было с его стороны. Так, ну, тем временем гоночку-то мы выиграли и отыгрались. Сейчас у нас будет поровну очков с ФТО, и на следующей трассе нам надо обязательно опережать ее. Вот. Так что... Самое главное, чтобы сейчас руководство Mercedes в связи с этим инцидентом не перекрыло воздух их борьбе. Потому что в таком случае чемпионат станет абсолютно пресным и неинтересным. То есть, по сути дела, они делают зрелище в этом году. И я думаю, мерседесовцы должны это понимать, руководство, я имею в виду, что если они запретят пилотам бороться и... Ну, четко разграничат их, например, на первого и второго номера, либо просто запретят им борьбу и, допустим, по итогам квалификации скажут, что кто занял пол, тот, в общем, и имеет право на победу. Это будет очень
неправильно с их стороны и не спортивно. Их понять, конечно, тоже можно. Они хотят любой ценой завоевать титул Кубок конструкторов, но спортивная составляющая не должна от этого страдать. Я думаю, если они продолжат бороться, конечно, их надо, так скажем, поругать. Кому надо, там, дать ремня, как говорится. Вот. Ну и, в общем-то, дать им продолжать бороться. И просто, чтобы они впредь более аккуратно это делали. Я думаю, что ну, в этом сезоне, в принципе, все гонки, где у них не было проблем ни у одного из пилотов, там у них были дубли. То есть у других команд даже близко не было шанса даже одного пилота опередить, если не было каких-либо проблем с машинами, либо с самими пилотами, в общем. Поэтому мерседесовцы здесь могут только сами себя лишить титула. По сути, соперников у них нету. Хотя там искусственные что-то пытаются нагнетать, что вот, Рикьярдо, там реальная угроза, как высказался Мика Хакинен. Я с ним не согласен. Да, звучит, конечно, пафосно, что я не согласен с Микой Хакиненом. Нет, ну правда. Мика, конечно, чемпион мира, великий человек, но немножко он, по-моему, ну, пытается, что ли, интригу нагнать. По мне, так единственным соперником Мерседеса и его каким-то противником, в общем, сам Мерседес и является. То есть, если они будут также чудить, то тогда, да, появится шанс только благодаря этому у других команд в этом сезоне. При нормальном стечении обстоятельств шансов нету, по-моему, ни у кого в этом сезоне. То есть без проблем, я думаю. Уж кубок конструкторов-то завоюют мерседесовцы точно. Вот, так что я за то, чтобы борьба продолжалась на трассе, чтобы она была интересной со спортивной точки зрения, чтобы туда не вмешивалась политика. Большая, либо малая, неважно, со стороны там одной команды. Чтобы дали пилотам бороться. Пилоты классные. Я в восторге просто от того, что в этом году борются Хэмилтоном с Росбергом. Хэмилтон с Росбергом. А, вот, молодцы, конечно. Наконец-то Хэмилтон получил еще один шанс побиться за титул. Росберг впервые борется. В общем, они доказывают, что они стоят друг друга. Где-то один чуть сильнее или в чем-то сильнее, чуть больше один, в чем-то другой. Но, в общем, они достойные соперники, оба классные пилоты. И они уже это доказали своими сражениями даже по ходу этого сезона. О, какие великолепные у них сражения были в Бахрейне, в Испании тоже они бились между собой. Ну, в общем, ребята молодцы, стараются. Ну, тут просто не повезло. Немножко неаккуратно сработал Росберг. Ну, конечно, подпортил этим гонку Хэмилтона. Ну, еще 6 гонок впереди. 6, а, или даже 7. Так что шансы еще не утеряны. А ну-ка стоять! Вот это очень нехорошо. Это очень нехорошо. Ну, еще и воткнулся. Ну, все. Заговорился. Так. Угу. И мы вторые. Вот эта ФТОшка-то вынырнула, как чертик из табакерки в последнем повороте. Вот, черт возьми, а. Да, я расстроен. Ну, о чем рассказывал, на то и напоролся. Проиграл. Я проиграл, дорогие друзья, чемпионат в последнем повороте. Печально, печально. Ну что ж, придется делать вторую попытку. Ну, думаю, со второго раза мы возьмем
титул. Да. И только серебро, да. Только серебро. Ладно, машину не буду улучшать. На этой же самой конфигурации поедем. Ну, давайте, вторая попытка. Да, жаль. Ну, ничего, это гонки. Гонки, бывает. Что же, Масса тоже в 2008 году в последнем повороте потерял титул. Так, сейчас надо сконцентрироваться и со второй попытки все-таки взять вожделенный титул чемпионата переднеприводных машин. Так, теперь против нас совершенно другие машины здесь. Целика, вот смотрю, появилась. Лантис. Так, тут, я так понимаю, можно вообще не тормозить в этом повороте. Ох, как мы по внешней, бок о бок еще. А вообще я за Жеку Кнопенко уже несколько сезонов так симпатизирую ему, так скажем, нравится мне, как он преобразился последние несколько сезонов. По большей части вот в Макларене он, конечно, вырос очень сильно, и поэтому я так стал за ним следить. Так скажем, ему предпочтение отдаю, но, к сожалению, он два последних сезона за титул даже близко не борется. Ну, не потому что он сам такой, а потому что что-то Макларен сбавил темпы, избавил очень неплохо. Ну и поэтому он сейчас так максимум, что это за очки там борется. Вот. Ну, помогает Магнусену сейчас каким-то макаром, наверное, освоиться в мире Формулы-1. Вот. Ну и сам, конечно, молодцом. Что-то как-то появляются слухи, что его могут не продлить Макларенцы на следующий сезон 2015 года. Ну, тут, конечно, вступает в силу большая политика, большие деньги. Как вы, наверное, знаете, ну, кто следит за чемпионатом. Honda возвращается, чемпионат мира Формулы-1, и возвращается она как раз как пока что эксклюзивный поставщик моторов для как раз таки Макларена. Конечно, у них уже была история, великая история сотрудничества на заре 90-х и конца 80-х годов. Тогда они были непобедимы. Вот, но сейчас неизвестно, как это у них пройдет, потому что новый регламент, новые двигатели. А у всех мотористов, которые сейчас в чемпионате представлены, у них был целый год на доводку своих силовых установок, так скажем, в боевых условиях. Вот, и следующий сезон станет, по-моему, последним, когда можно будет доводить до ума движки. Так вот, у всех команд это станет вторым сезоном уже боевым, а у Хонды лишь первым. Поэтому они, ну, в общем, им надо будет очень сильно напрячься, чтобы, ну, их силовой агрегат был, ну, хотя бы на уровне конкурентов. Что у Мерседеса очень классный получился, конечно, движок. Точнее, даже не только движок, а вот вся эта система, как он сейчас называется, силовая установка. То есть тут и батарея, тут и батарея кинетической энергии, и тепловой. Ну, тут и турбина, в общем, тут много составляющих теперь двигателя, мотора, этого вот силового агрегата, и все это нужно компактно
разместить внутри корпуса машины, чтобы это эффективно охлаждалось. Ну, в общем, там много сейчас каких-то таких элементов появилось, с которыми давненько команды не сталкивались. Ну, что ж ты так подставляешься-то, а? Тем временем у нас-то в чемпионате другой лидер появился, Прилюдик, Honda. Вот как раз-таки о Хонде заговорили. Вот видите, как у нас все четко получается. Совпадает то, о чем мы с вами говорим, с тем, что происходит на трассе. Заговорили о Хонде, и появилась тут же вот Honda. Причем в лидирующей группе. Может, это сигнал, потому что все у Хонды получится. Ну и, в общем, о чем я там начинал говорить, что Honda приходит в Макларен. Ну и они хотят заполучить звезду, так скажем, первого уровня. Ну а, к сожалению, по-моему, Баттона они таковым не причисляют. И вполне возможно, что если в этом году он не совершит чего-то, ну, выдающегося, скажем, ну, ему надо хотя бы на подиум, я думаю, приехать. То есть прыгнуть выше головы, чтобы его захотели оставить на, так скажем, еще долгосрочную перспективу, потому что я так понимаю, что Honda придет не на один сезон, а тем более они приходят пока что лишь в одну команду, ну и, в общем, я думаю, будут плотно сотрудничать с Маклареном, дабы выйти снова за несколько лет, я думаю, в лидеры чемпионата. Ну и, в общем, у них планы там грандиозные. Ну и хотят они сделать ставку на звезду первой величины. То есть это либо Фернандо Алонсо, либо Себастьян Феттель. Феттель тем более, что-то как-то с Red Bull'ом у них, по-моему, охладели отношения. Машина как-то в этом сезоне получилась не ахти у них. Конечно, после четырех беспроигрышных сезонов, четырех титулов подряд, Феттеля сейчас проблемы, я думаю, с мотивацией наблюдаются, что он и к машине не может никак к этой привыкнуть. Ну и настроение, видать, у него упало. На этом фоне, конечно, Рикьярдо, ну, просто, ну, громит его, можно сказать, что пришел, конечно, из Торо Росса в топ-команду, и у него весь он на воодушевлении, на подъеме. Мотивации хоть отбавляй, и, конечно, на этом он у Феттеля выигрывает. Ну, просто на желании рваться вперед. Молодец, конечно. Ну и еще ему везет то, что три гонки, в которых Мерседес что-то накосячил, напортачил, все три гонки, в принципе, собрал он. И сейчас, ну так, в спину дышит, конечно, там Хэмилтону. Ну, опять же говорю, это все только из-за того, что из-за ошибок собственных Мерседеса, ну и в частности там Хэмилтона, Росберга. А, вот, и по скорости-то, конечно, пока к ним никто и близко не подобрался. Последняя гонка в Бельгии это доказала просто с лихвой. То есть там квалификацию они, конечно, разгромили просто всех, ну, раздавили, можно сказать. Причем в тех условиях, на которые хоть как-то думали, что в мокрых условиях с ними еще можно бороться, а вот как раз в этих условиях они и привезли всем ближайшему конкуренту более 2 секунд. Ну это, конечно, ну, в общем, за пояс заткнули всех и каждого. Да и в гонке тоже, если бы не это столкновение, легко бы, я думаю, дубль бы сделали Росберг с Хэмилтоном, ну либо Хэмилтон с Росбергом там. Уж конфигурации неизвестно, но, конечно, столкновение и Хэмилтону гонку испортило, да и Росбергу, то есть он там крыло повредил, тактику ему это побило, покоцало, и, в общем, пришлось там прорываться, но лучшие круги говорят сами за себя, что он в конце там Рикьярдо того же догонял, ну, просто семимильными шагами, и я думаю, если там было еще пару кругов до финиша, он бы его догнал и опередил бы. Но это, конечно, не умаляет никак достоинств, заслуг Рикьярдо, что он, то есть, ладно, Мерседесы накосячили, но так ему надо было быть сразу позади них,
То есть там-то куча стервятников, так скажем, тех, кто хочет быть лучшим среди остальных. Но вот Рикьярдо молодец, постоянно он выгрызает это право и оказывается лучшим среди тех, кто догоняет. Вот, так что посмотрим. Но думаю, что руководство Мерседеса даст ребятам побороться. Еще они так довольно демократично управляют. Думаю, что жестких мер, по крайней мере, на трассе не будут применять. Будем посмотреть, как говорится. Вот, ну ладно. Утомил я вас, наверное, этими разговорами о Формуле 1. Ну, еще раз говорю, меня эта тема очень интересует. Я так довольно плотно уже на этой теме сижу. Больше 10 лет. И то это только потому, что у нас, грубо говоря, регулярно трансляции Формулы 1 стали показывать в 2000 году, а до этого ну, там что-то каналы меняли, то ТВЦ было, то что-то еще, РЕН-ТВ там менялись, и у нас этих каналов не было тут. Поэтому я так, где-то если удастся там по новостям посмотреть, какие-то может, журналы там были, где-то у друга что-то перехвачу информацию, и не получалось следить так плотно за чемпионатом. Ну и вообще, естественно, за автогонками. Потому что даже начав у нас транслировать чемпионат мира Формулы 1, конечно, о других гонках у нас тогда и не думали. Это вот спасибо, конечно, телеканалу Спорт и, наверное, тут не последняя заслуга самого Попова, что он, наверное, пробивал эту возможность, тему. Ну, в общем, уже 2 года подряд тут целый спектр автогонов у нас, ну просто рай для автолюбителей. То есть показывать стали даже американские гонки, NASCAR и RL, так это вообще нонсенс. Но может не последнюю в этом роль играет то, что много наших появилось во всех практически категориях. Михаил Алешин молодец, в Индикаре сейчас классный сезон дебютный проводит. Почти каждую гонку в очках, да еще и десятки, частенько и в пятерку попадает. Молодец, конечно. Классный пилот. Очень жаль, что ему в свое время не удалось в Формулу-1 попасть. Я думаю, он бы там хорошо себя показал. Вот, ну и Данька Квят в Формуле-1. Молодец тоже, конечно. Молодое дарование. Талантливый молодой пилот. Кстати, в следующем году еще более молодой у него напарник будет. Это сын Йоса Ферстаппена. Йос The Boss, как его называли. Вот, будет участвовать. Ему будет на момент дебюта 17 лет. Это, ну, конечно, прецедент такой, что ну, никогда такого не было. И, если честно, мое мнение, что рановато все-таки его берут. Да, 17 лет, да, талантливый, да, это, ну, по сути, у него за плечами только картинговые чемпионаты. Так, ну, прервусь ненадолго. Вот мы с вами одолели все-таки со второй попытки чемпионат переднеприводных машин. Так, и нам должны были дать машину. Так, ага, вот нам дали как раз-таки Целику SS2. Тоже переднеприводную, естественно. Ага. Ну и так, я думаю, сейчас мы запишемся и на этом эту серию закончим. Я думал, что мы успеем пройти 2 чемпионата за нее, но так как не удалось одолеть с первой попытки чемпионат, пришлось, ну по сути, 2 раза одно и то же, то есть 2 чемпионата в одном получилось. Так что сейчас запишемся, наверное, и попрощаемся и встретимся в следующей серии. Поговорим немножечко, наверное, вот о дебюте молодого Макса Ферстаппена. Расскажу чуть-чуть о своих впечатлениях об этом, об этой новости тоже.
Ну и продолжим мы с вами проходить. Возьмем четырехвидовый чемпионат. Постараемся его взять с первого раза. Ну и за серию пройти их, наверное, парочку. Четырехвидовый и чемпионат легковесов. Так, ну а сейчас прощаемся. Спасибо за внимание. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь. Дальше будет больше видео. Вот, комментируйте. Ставьте лайк, если вам понравилось. Ну, все. Всем пока-пока. Увидимся в следующей серии.